Ну, я думаю, что если мы облажались на Земле, то в космосе мы должны быть на высоте. Я надеюсь, что новое руководство все проблемы разгребет, и мы станем первыми опять в космосе, займем позиции предыдущие, когда наш космонавт Гагарин первый полетел в космос, первый в мире. Вот. Так что, надеюсь, мы будем на высоте.